Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, с помощью которого мы сможем превратиться в любого моба в Майнкрафте Pocket Edition. Ну, для превращения в моба нам понадобится, конечно, специальная, так сказать, волшебная штучка. Это у нас будет кость, которая располагает у нас вот в этом, так сказать, инвентаре, после чего мы должны просто найти моба, к которому мы хотим превратиться. Ну, сейчас я попробую превратиться в Эндермена. Все, я должен был превратиться, и это выглядит очень круто. Сразу всем рекомендую скачать. Ой, что же можно сказать об этом? Об этом говорить... Ну, даже нечего, я не знаю, что сказать. Просто очень классный мод. К сожалению, работают не все мобы. Скелетом вы стать не сможете. Если вы попробуете стать скелетом, то у вас вылетит. Показывать я не буду. Так, сможем стать вот такой маленькой мышкой или чешуйчатой, как ее называют. Ну, для меня она похожа на мышку. К сожалению, сможем прятаться мы в блоках. Но, возможно, в следующих обновлениях добавят такую функцию всех мобов, но это будет только в следующих обновлениях. И мы стали зомби. Ну, я был и так наполовину зомби. Только я был в модной одежде. И маленько с другой головой. С крутой головой. Это бегающий зомби с мечом. Ну просто круто. Просто круто. Давайте попробуем стать... Так, Оцелот, ты куда убежал? Иди сюда. Блин, я его не догоню. Ладно, давайте попробуем... Не, не догоню. Стать собакой. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так... Ух ты, нифига, как классно, да, баги прут. Мы собака, которая присели, собака, которая присела, и плюс у нас нет головы. Куда же делась наша голова? Главный вопрос. Давайте попробуем стать таким инфритом, если у нас получится. Ух ты, эй, дружок, не кидай в нас. Мы же тебя, ну, убили, но мы же твой друг. К сожалению, блин, я не могу ничем бросать. Давайте найдем шарик. А, шарик-то нет. Его не добавили еще. Ну ладно, но мы будем бросаться тогда зельями. Я не знаю, что это... А, это у нас медлительность, да? Но мы будем тогда кидаться медлительность, как ведьмы. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.